Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Зачем молиться святыми Богородицы, если есть Господь? Знаете, в дом царя вхожи многие. Точнее, к царю на прием могут прийти многие. Послы, президенты других стран, или цари, вельможи, князья, визири. В торжественной обстановке они Принесут дары свои, будут общаться, что-то просить, что-то рекомендовать, что-то дарить. И в такой же сухой обстановке уйдут обратно. Вот. Они в присутствии царя только стоят, никогда не сидят. А кто сидит в присутствии царя? Жена, дети? Кто вхож в дом царя? Только ближайшие родственники. Кто общается с ним в, в семейной обстановке? Кто общается с его супругой? Кто общается с родственниками? Только ближайшие родственники, не всякие смертные. Поэтому, если ты общаешься с Матерью Божией, с его друзьями, со святыми, то это говорит о том, что ты вхож в дом царя. И что ты, ты внутри семьи. Ведь церковь – это большая семья, где мы все едины в Боге. Вот. И не то, чтобы мы обращаемся к святым, потому что Бога не отвлекаем по мелочам. Вот. Мы и с ним общаемся, и с ними, и с Престой Богородицей, и с Передоном Теремифоновским, и, и с Николаем Чудотворцем, с Матронушкой Московской, с огромным количеством святых, потому что это наши родственники. Мы для них важнее и ближе, чем для наших собственных родителей иногда. Они любят нас любовью Божией, она уже чиста, она очищена от всех элементов корыстолюбия, узости семейного круга. Вот этих мы любим, мы этих не любим. Эти больше, этих меньше». Нет никакого лицеприятия. Они любят нас так, как любит Бог. И если у тебя нет никаких отношений с теми, кто является святыми, кто Богу близок, то надо эти отношения пересмотреть. То есть посмотреть, чем же они Богу угодили. Вот. Полюбить их посмотреть фильмы какие-то про них. Вот мы недавно с нашей воскресной школы смотрели прекрасный фильм про Нектария Гинского, про гаврила Грибадзе, Паиса Святогорца, наших праведников еще не канонизированных нашей земли. Знакомьтесь со святыми. Мы в любом случае перейдем эту границу нашей жизни и встретимся там с ними. Как-то будет неуютно вот смотреть им в глаза, зная, что, в общем-то мы про них знали, но они были нам неинтересны. Ведь и ведь они наши родные. Вот. И Богу будет радостно, что мы любим всех тех, кто любит Бога и кого любит Бог. Вот. В этом мы проявляем себя как церковь. Здесь мы являем себя как дети отца, а не слуги или рабы. Дети все-таки. Любят братьев и сестер. Аминь. Внеси свой вклад Оцени, подпишись и поделись этим видео.